некалькі хвілін таму у вас завершыўся саундчэк. Скажыце, калі ласка, па эмоцыях менавіта, так, па вашым адчуванні, чым адрозніваюцца вашы думкі, калі у вас саундчэк і калі у вас канцэрт? Ці заўважаеце, што аўдыторыя пакуль як бы няма? Не, ну, конечно, мы ну, совершенно по-другому себя чувствуем на саундчеке, но на самом деле это не менее, как бы, немножко нервозное такое мероприятие, потому что, в принципе, время очень ограничено, и мы, то есть мы должны отстроить максимально классный звук за максимально короткое время, ну, чтобы, скажем так, люди получили максимальное удовольствие от того, что мы делаем на сцене. Да, ну, мы стараемся абстрагироваться от, скажем так, от выступления и саундчека, так что на саундчеке мы просто... Чекаем на выступление, выступаем, ну вот. Что датычна менавіта сённяшняй імпрэзы, вы стартуеце, вы першымі. Ці быў які-небудзь асаблівы падыход у падборы кампазіцыі з гэтай нагоды, што першая менавіта? Ну, у нас немного композиций, поэтому мы просто вываливаем все, что есть. Совсем все? Ну, почти, да. Почти все, да. На самом деле у нас ну, материала не так уж и много, и поэтому, по сути, вот сейчас Detroit Hills будут представлять свой альбом, а мы почти будем представлять свой альбом, но мы никому не скажем об этом, конечно. Только всем, вот, по камерам, по интернетам. Какие композиции еще не прошли мимо кассы? Мимо кассы прошли, ну, как бы старые треки, которые мы в силу того, что у нас состав там менялся и вокал менялся, мы их не играем. Их много, но мы их не играем, потому что, в принципе, это физически невозможно исполнять. Вот, и есть еще один трек, который мы так оставили, типа, в кармашечке, на всякий случай, если, мало ли, там, мы надеемся, вдруг будут кричать, ну, пожалуйста, еще, и мы такие, о, ну, ладно, да, мы, нет, да. Ну, а коли нет? Вы будете сами себе кричать тогда? Нет, мы уступим место нашим друзьям ВИСП, чтобы они просто раздали жару. Вот. А мы пойдем без пива. А мы пивка попьем, конечно. Да. А перед концертом накатывать снег, это не про вас гистары? Не, мы хотели на самом деле, но бар был закрыт. Вот. Надо было с собой тащить. Да. Сколько вы там казали? 15 хвилин еще до выступу? Вот есть момент. Але, почекайте, еще зараз минус там несколько хвилинчик будет, потому что еще несколько питаний. У вас навод у суполца, у вашей, есть зауваженный такой момент, что робить каверы на вашу творчесть. Як дошли до того? Кто этот человек? Мы чем знаемы, некий, не? Як? Что? Каверы. Да, у нас есть за все время существования группы, нам раза три, может быть, делал кто-то каверы на наши треки. Самое удивительное, что нигде нет ни табов, ничего нету, поэтому чуваки реально, видимо, ну, прям очень талантливые, потому что они просто, по сути, снимают звук или снимают с видео и потом играют это, и это просто удивительно, на самом деле, поэтому, да. Где вы нашли эти каверы вообще? Да ладно, на самом деле, Костя. Когда? Ладно. Это правда есть. Я не знаю. С какими думками сегодня будете распочинать этот концерт? Со стандартными. Это какие? Ну, типа... Отломай нарежьте. Просто сыграем, сделаем самое лучшее, что можем, и пойдем пить пиво. Да, у нас обычно спрашивают, ну, типа, ну, что вы, как, готовы? Ну, и как бы мы обычно говорим, типа, ну, мы никогда не готовы, мы просто выходим и делаем максимально лучшее, что можем в этот момент сделать. И все, всегда можно лучше, короче, сделать. Поэтому... Слухайте, у нас сегодня пошла размова неяк так лейтмотивом все пиво, 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 тогда не буду больше позатруливать, идите поспевайте. Дякую, великий, доброго. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.
осенью, у всяким разе неделю тут, у клубе Брюгге. Скажите, коли ласка, для вас осень 2019-го чем была отметная? Мы почти закончили запись новых треков, которые планировали выпустить в конце ноября, но, скорее всего, выпустим в декабре. Это будет макси-сингл на два трека на русском языке. Сегодня мы их тоже представим. Наверное, первый раз в таком виде на публике. Вот, надеюсь, понравится. Так что осень — это презентация новых треков на русском языке. И мы запомним эту осень именно так. Что еще сегодня со сцены прогучить тут, на сцене Брюгге? Мы отлобаем, наверное, часовую программу, треков 10 из предыдущего альбома, из предыдущих двух, плюс покажем новые, оторвемся, будет жирно, весело и мрачно. Да. Что вам потребно для того, как узбодериться перед концертом, перед выступом? У нас есть классический ритуал, мы делаем растяжечку, разминочку, вот все прокрутить, да, просто вот как... Как-то тренировочка, да, просто все вместе. Виспоразминка. Да, виспоразминка. Разные упражнения. Фирменная, без, да. Без шуток. Да, потому что иначе на следующий день встать будет тяжело, все болит, ломит. Как после хорошей такой ударной тренировки. Уже на сцене мы выкладываемся на все 100. Вот сегодня увидите. Олеж, я сподеюсь, что у вас сегодня не настолько будет мощно хрустеть до концерту, как бы оно хрустнуло и не працевало на уху, там некие такие органы. У нас годы уже тренировок, мы все умеем делать как надо. Как вам на углу сама сцена у Брюгге? На сколько тебе подобно? Мне кажется, она немножко поменялась с последнего раза, как мы играем. Они как-то декорации сделали. Мне очень нравится. Вообще, внешность супер. Да. Вот. Мы были недавно на концерте группы Амин Ра. Они еще проекторами засветили всю стену. Вообще шикарно. Очень-очень понравилось. Да, в общем, клуб Брюгге класс. А вы бачите, что за нашей спиной есть как раз-таки тут великая дошка. Скажите, коли ласка, коли можно было бы разместить плакат, афишу сегодняшней импрезы, в какое место лепо за все его было бы закинуть? Я думаю, вот между всеми. Вот где есть свободное место, везде надо заклеить. Я не знаю, почему это не сделали, надо было, наверное. Но не сделали, да. А хотелось? Конечно. Ну, почему бы и нет? Наступный ваш концерт, где калияк? Наступный, я, если честно, не знаю. У нас должен быть акустический еще концерт в граффити с конца декабря, наверное. Я там точно не могу сказать по датам. Але вам больше досподоба электричных, или можно там на полную моц выдать, альбо все ж таки акустика, теплоня? А это все по-разному. Если бы можно было, мы бы бомбили один за другим, вот. Акустику с электричеством, потому что все классно, все кайфово играть. Да, мы даже думали, может быть, принести акустические инструменты и еще и сыграть. Но поняли, сегодня, что да. Сегодня пару песен, но поняли, что и по стилю не очень подойдет, и сложновато разместить все инструменты одновременно на этой сцене. На сцену побольше, чтобы так много инструментов завести. Мы стартовали нашу разговор сегодняшнего проводности с того, чем для вас была губитная осень 2019-го. Какие пожидания буду на зиму, Максима, для себе, для слухашоу «Радио столица», для глядачоу «Рэш-сирэш»? Держаться, не мерзнуть и сохранять хорошее настроение. И не болеть. Не будем. Дякую.
сегодня отметная осеньская неделя, и думается мне, что отметная она и для матровой тяжкой, не жартовливой абсолютно музыки. Три команды нас чекают. Чому мені ти така подборка отрималась? Як это ваши сябры? А, насчет друзей, ну это наши знакомые, скажем так, правильнее. А больше всего их знают ребята Захар и Алексей. Я как новый человек в группе, я просто привет пока с ними, образно говоря. Ну, команды достойные, и мы рады играть на одной сцене сегодня. Вот так. А Максим, вы познакомите с этими самыми представниками, которые сегодня так само складывают вам компанию? Максим, для тех людей, которые не совсем еще в курсе, незнакомые? Без проблем, конечно, познакомим. Подойдем к ним и познакомим. Давайте, потому что я по именам не всех знаю. Я знаю только, честно говоря, я знаю только название команды, и все. А то, что я наиграю? Ну, скажем так, я называю это альтернативной музыкой. Гитарной, живой альтернативной музыкой. Я не люблю, скажем так, копаться в стилях. Их очень много. Я начинаю путаться просто. Не так выпадково у нас отрымливается, что закранули мы эту тему, там и сябру. Сегодня у США ладится день сябру. Скажите, Криласка, а те глядели сериал вот этой сябры, и насколько оно было досподобно? Я не смотрел ни одной серии, но я перепевал основную композицию к сериалу. Скажем так, когда я каверил, мы студийно записывали эту песню, поэтому я знаком только с саундтреком. С самим сериалом, ну, знаю, скажем так, актеров в лицо знаю. Ну, и, собственно говоря, и все. Все мои знания о сериале «Друзья». Слушайте, у вас знакомство с сериалами, с фильмами как раз на этой подставе и отбывается? То бок вы ведаете все по музычной части, по музычному складнику? Нет, 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 просто я не люблю смотреть сериалы. Поэтому какие-то фильмы конкретно, конечно, я знаю, я люблю смотреть фильмы, но сериалы, скажем так, я обхожу стороной, они крадут очень много времени, и, скажем так, фильм лучше, он более целостный, и в нем больше смысла, я считаю. Зараз думаю, сам я выходил филину, я как раз сам саундшек отбывается у инших хлопцев. Але что сегодня ваш гурт будет пропановываться сцена? Який такий мощный драйвовый запал? Скажем так, у нас сегодня будет звучать две новых композиции, которые звучали только один раз в Витебске, мы недавно играли. А драйв, ну, я думаю, что драйв будет, все настроены положительно, звук мы уже отстроили, у нас новый барабанщик, у нас все хорошо. Я думаю, что мы сегодня постараемся на максимум. Что за барабанщик? Кирилл Скорынин, человек, скажем, человек-архитектор, который составляет не только дома, но еще и составляет барабаны. Отличный парень. Где нашли? По объявлению. Скажем так, нам нужен барабанщик. Нам поселил человек, говорит, нам нравится ваша музыка, здравствуйте, я хочу с вами играть. Приезжаем, мы тебя послушаем. Приехал, мы послушали, нас устроило, и он теперь член нашей банды, образно говоря, так. А ты решил, у него была великая конкуренция? No, нет. Это первый человек, который нам позвонил, и так получилось, что он нас устроил как музыкант, как человек тоже, потому что очень важно какие-то отношения, не только как музыкантов, потому что я считаю, что в группе должна царить атмосфера дружбы. Дружбы, чтобы было приятно играть с людьми. А вот, собственно говоря, по этим показателям мы взяли Кирилла. Относно недавно вы презентовали альбом Discovery, как и называется. Скажите, коли ласка, какое для себя опошнее открытие зробили вы? Я, скажем так, за последние полтора года открыл себя заново, потому что я, скажем так, шагнул на новый уровень. Я понял, что я могу много чего, чего я раньше не знал. И сейчас для меня мое душевное состояние – это открытие. Я рад, что я нахожусь там, где я должен быть. То есть я на своем месте, я чувствую себя прекрасно. Вот, наверное, это главное мое открытие. А какую еще Америку хотелось бы вам открыть? Что? Какую простору? Я хочу постоянно развиваться. Я хочу... мне нужен постоянный прогресс. Тогда мне интересно жить. Вот, собственно говоря, смысл моей жизни – постоянно прогрессировать. Дорогие, для вас сегодня пляцовка клуба «Брюги», она открывается? Альбо не, альбо для вас это знакомое место, вы выступали тут ранее? Нет, я здесь никогда не выступал, мне интересно. Для меня это новые какие-то эмоции. Чек прошел уже, саундчек? Да, да, он прошел. Вроде бы хорошо все было. Окей, okay. Великий, доброе выступление, мне хорошо понравилось. Спасибо. Bye.
Ляги сейчас.